Лошадки такие вот, едут к нам, бегают вот так вот, они поднимаются, можно вот так, видите как. Кожа она была темноват, но я решил стереть, потому что когда все-таки темный, не очень выглядит, я особо натирал. Лошадка сбруи хорошо видно, голова хорошо прописана, даже видно у нее вот эти волосики, что копыта хорошо видно. Здесь вот соединение, видите, находит. Вот здесь. Ну и здесь тоже соединяется, тоже здесь ходит. Поворачивать, играть можно. Ездить вот так, видите, без проблем, шикарно. Здесь вот багажное отделение открывается. Вот тут я открывал, тоже латунная гаечка. Крыша снимается, и здесь. Седока здесь не было. Ну а так, вот видите, тоже мелкие детали хорошо прописаны. Сидушка, вон ступеньки. Здесь все детальки, видите, какие. Ну, вот. Колес, если садит, вращается, она вот так ходит туда-сюда. Вид снизу, смотрите. Никаких ничего маркировок нет. Как угодно, не знаю, может быть. Но это явно, я думаю, 20 век, навряд ли 19 век. Вот. Ну, может быть, конечно. Тогда бы я, конечно, по такой цене не продавал. Если бы я знал, что это 19 век, я честно скажу, меньше десятки бы она не стоила. Ну вот, так тут ничего. Вот так. Здесь вид. Здесь красивый довольно-таки вид. Видите, такие как бы окантовка. Такая, видите, натуральные такие кареты были. Старинные, конечно, кареты. Явно они имитируют 19 век, а то может 18. Ну здесь вот видно, такие типа шарниры есть, да? Вокруг них они. Скажет, вот здесь уже заело, если почистить, она будет лучше вращаться. Тоже тут от старины они немножко не вращаются. А вот это легко, я тут их очищал, они, видите, как ходят, без проблем. Ну, поняли, вокруг оси они вращаются. Ну, и вот карет также. Видите, как можно поворачивать. Шикарно, считаю, вещь очень интересная, утонченная. Классная вещица. Смотрите за обновлениями, смотрите за новинками. Подписывайтесь на канал, если хотите. Мы будем стараться, я сам любитель, по возможности, как финанс появляется, я кое-что приобретаю. Так что смотрите, надеемся, что будет у нас появляться новинки. Смотрите еще фото, до новых встреч!